Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион», в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Мы можем помочь какие-то вопросы сделать лучше или там организовать что-то. Всегда получается хорошо. В Анапе всегда получается хорошо. Краевая поддержка в важных инициативах. Член губернаторского совета по развитию гражданского общества и правам человека посетил Анапу с рабочим визитом. Чтобы наши дети, в конце концов, пошли учиться на виноделов, на агрономов, а не экономистов, юристов. Инвестиции в экономику и сотни рабочих мест. Поселок Виноградный вновь начинает оправдывать свое название. Правильное питание сбалансировано, это физическое развитие ребенка. Урок по здоровому образу жизни преподали юным спортсменам специалисты Центра медицинской профилактики. Команда образования, сплочение, доброта, помощь, так как год волонтера. Первые среди лучших. Лидеры школьных самоуправлений обмениваются опытом и получают новые знания. Глава Анапы провел рабочую встречу с членом губернаторского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Юрий Поляков и Павел Снаксарев говорили в том числе о привлечении людей с ограниченными возможностями здоровья к участию в различных грантовых проектах. Общественный деятель поблагодарил Юрия Полякова за активное продвижение социальных проектов, особенно в рамках реализации программы «Доступная среда». Молодежный форум для людей с ограниченными возможностями здоровья, внедрение методик инклюзивного образования и создание особых условий для развития творческих способностей инвалидов. Этот опыт наработан в Анапе. Им нужно делиться с другими муниципалитетами. Павел Снаксарев предложил Юрию Полякову совместный проект. Осенью этого года провести в Анапе краевой творческий и образовательный фестиваль. Глава курорта поддержал инициативу. Рассмотрел реализацию проекта «Доступная среда в Анапе» и поделился своим опытом Павел Снаксарев и с анапскими специалистами за круглым столом, который прошел в городском театре. В работе Краснодарского краевого общественного движения по защите прав и интересов инвалидов Содружества Павел Снаксарев посвятил уже без малого 20 лет. Социализация и адаптация в обществе, работа с талантливыми детьми с ограниченными возможностями здоровья. Под его руководством дети-инвалиды получают развитие и реабилитацию, арт-терапия, выставки, концерты, игровые программы, целый комплекс мероприятий. По словам краевого специалиста, Анапа – один из лучших примеров реализации программы «Доступная среда». Больше 2 лет работаем с Анапой, работаем в разных направлениях, в том числе и доступная среда, в том числе и культура, искусство, и то, что мы можем помочь какие-то вопросы сделать лучше или там организовать что-то, всегда получается хорошо. В Анапе всегда получается хорошо. А с чем это связано? Наверное, с профессионализмом исполнителей. Я люблю профессионалов. Я как менеджер, организующий много мероприятий, в том числе и краевых, и больших, я могу сказать, что интересно работать только с профессионалами. В работе круглого стола приняли участие представители учреждений культуры, участники движения «Молодая гвардия», общественные деятели. Депутат горсовета Светлана Хижняк поделилась опытом работы по социализации и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. В Доме культуры «Станица Анапская» она организовала клуб, в котором особенные дети и их родители находят помощь и поддержку. Мы объединили все семьи Анапского сельского округа, имеющих детей-инвалидов. Это 48 семей. Все детки у нас занимаются на базе Дома культуры. Мы начали заниматься декоративно-прикладным творчеством. Мы приглашали социальные службы, начали для объяснения каких-либо вопросов, которые возникают. И самое основное, наверное, что является для семей, у которых есть, чтобы они не оставались со своей проблемой одни. Успешным опытом работы в этом направлении поделились и другие участники круглого стола. В Центре культуры «Родина» существует ансамбль инвалидов-колясочников «Эриданс». Свои проекты в помощь инвалидам предлагает сегодня анапская молодежь. Павел Снаксарев пообещал краевую поддержку в таких начинаниях. Встреча прошла в очень продуктивном русле. Обсудили достаточно много интересных проектов, которые мы можем реализовать совместно и в нашем городе, в нашем муниципальном образовании, так и в крае. Проекты достаточно интересные. Обсудили также ряд
совместных мероприятий, которые мы можем провести для ребят с ограниченными возможностями, включить их в такую среду более активную, где мы сможем реализовать весь их потенциал творческий, интеллектуальный. Ну, то есть провести какие-то ряд крупных мероприятий, которые смогут пойти нам и краю нашему, да и вообще нашей стране, наверное, на пользу. Следующая встреча с Павлом Снаксаревым состоится в августе. До этого времени культурные, молодежные и социальные организации подготовят пакет творческих проектов. Лучшие будут реализованы уже в этом году. Руслан Душевский, Анапа Регион. В текущем году в Анапе появится около 800 гектаров виноградников. Об этом сообщили в Управлении сельского хозяйства муниципалитета. В поселке Виноградом идут плановые работы более чем на 800 гектарах молодой лозы. В перспективе возобновить производство на местном предприятии. Новые владельцы, один из крупнейших в стране сельскохозяйственных холдингов, готовятся принять на работу порядка 1000 человек. Это развивается сорт Мюллер Тургау, посаженный осенью. Вот видите, соцветие. В этом году мы сейчас устанавливаем кол для того, чтобы на следующий год мы могли полностью виноградник вывести на шпалеру. Агроном Тимур Губайдулин показывает годовалую лозу. Посажено более 700 гектаров. Этим саженцам около года. Мюллер Тургау – сорт белого винограда. Один из классических. Используется в том числе для производства игристых вин. Первый полноценный урожай лоза даст через пару лет. Буквально через дорогу – каберне. По словам специалиста, анапская земля и климат практически идеальны для выращивания винограда. Чистенький, нигде ничего нет, никаких заболеваний. Все в прекрасной форме. Пока виноград отправляют на заводы, расположенные в Темрюкском районе. В обозримом будущем местного урожая будет хватать для запуска производства непосредственно в поселке Виноградном. Темпы 300-400 гектар посадок в год. Это дадут работу около 300 человек, трудоустроят. Так что у нас есть вакансии там агрономов, водителей, там газосварщиков. Пожалуйста, пусть подходят, приходят, работа есть. Также винограды требуются работники. В перспективе довести общую площадь виноградников до 2000 гектаров. После того, как предприятие в Виноградном заработает на полную мощность, на виноградниках, а также на переработке будет занято около 1000 человек. При том, что население сельского округа 6500. Мы с нетерпением ждем, когда предприятие выйдет на полную мощность, чтобы наши дети, в конце концов, пошли учиться на виноделов, на агрономов, а не экономистов, юристов и так далее. И чтобы предприятие процветало, смотря как предприятие развивается, душа радуется. Мы соскучились по этому. Уже сегодня здесь трудятся 300 человек. Продуманы несколько маршрутов для вахтового автобуса по соседним хуторам и поселкам, а также в Джигинку. Игорь Першин из хутора Черный на тракторе работает 20 лет. Сел за руль сразу, как исполнилось 18. Технику знает от и до. Это не ремонт, профилактика. Нужно подтянуть пару болтов. Механизаторы! Когда-нибудь они на вес золота будут. Возрождается виноградарство. Если работаю, значит радует. Зарплата есть, кушать есть. Все неплохо. На сегодня в муниципалитете более 3000 гектаров виноградников. За последние несколько лет их площадь увеличилась примерно на треть. В этом году дополнительно высадили 212 гектаров, а осенью планируется высадить еще 650. Сейчас это как бы очень актуальная тема – агротуризм. Виноделие, поэтому на территории нашего края, и особенно у нас в Анапе, она активно развивается, увеличивается площадь виноградников, привлекаются инвестиции, это и домашнее виноделие, поэтому это, как бы, я считаю, сейчас наиболее актуально у нас. Помимо стратегических инвесторов, которые закладывают основу для дальнейшего развития отрасли, появляются небольшие, в том числе семейные предприятия. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа Регион. С понедельника на территории Краснодарского края начнет действовать курортный сбор. Туристы, приезжающие на отдых в Анапу, должны будут платить по 10 рублей в сутки за нахождение в городе. Деньги будут взиматься при заселении в отели и санатории. Эта инициатива направлена на развитие внутреннего туризма. Все средства от курортного сбора останутся в муниципалитете и пойдут на улучшение инфраструктуры, модернизацию лечебно-оздоровительных объектов, спортивных и детских площадок, пляжей, а также развитие доступной среды. Если турист уедет из Анапы раньше предполагаемого срока, ему вернут переплаченные деньги. А вот отдыхающим, отказывающимся вносить плату, грозит штраф от 500 до 2000 рублей.
Коммунальщики напоминают владельцам домов в частном секторе Анапы о том, что бытовой мусор необходимо выносить из дома строго к определенному времени. На каждом участке составлен свой график вывоза ТБО, и его необходимо соблюдать. В противном случае портится облик города. Похожую картину часто можно наблюдать на улицах с частными домовладениями после того, как по ним проехала спецмашина. В то время как транспорт ходит по расписанию, объезжая улицы в определенном порядке, многие жители выставляют пакет в любое удобное для себя время. В этом случае действия жителей не только нарушают правила благоустройства, но и наносят ущерб имиджу курорта, от которого в той или иной степени зависит благосостояние каждого, кто живет в Анапе. У всех приходит квитанция на оплату, и там на обороте написано, что вывоз мусора производится с 7 утра или с 6, или с 8, у каждой улицы по-разному. То есть люди должны к этому времени вынести мусор, но у нас мусор выносится после машины, когда машина уже проехала, тогда кто когда проснулся, тогда и несет мусор. Кошки, собаки разрывают, вороны растаскивают. Высокоточное медицинское обследование прошли воспитанники 5-й спортивной школы. Артериальное давление, ритм пульса, процент кислорода в крови и даже уровень сахара – все это определили специалисты Центра медицинской профилактики. Всего более 50 детей проверили свое здоровье и уже получили результаты. Юные храбрецы совсем не боятся уколов. Согласие родителей, 38 детей проверили уровень сахара в крови. Все расходные материалы одноразовые, оборудование стерильное. Результаты исследований озвучивают здесь же. По словам специалистов, лишь у одного ребенка были выявлены незначительные отклонения от нормы. Дело в том, что спортсмены, у них, кроме всего прочего, еще высокие физические и моральные нагрузки. Потому что приходится выполнять большой объем работы, выходить на татами, драться. И в связи с этим важно знать, потому что растущий организм, он по-разному реагирует. Так выглядит здоровое сердце. На компьютерной проекции видны обе его стороны. Врачи говорят, медицинское обследование детям нужно проходить регулярно. Это поможет выявить отклонения в состоянии здоровья на ранней стадии и исключить возможные факторы риска. Однако профилактику никто не отменял. И здесь на первом месте здоровый образ жизни. Правильное питание сбалансированное, это физическое развитие ребенка. Ну и те отклонения, которые будут выявлены уже в соответствии с этими факторами риска. Или эти дети будут направлены к узким специалистам по месту жительства, или будет предложено динамическое наблюдение в нашем центре. Все результаты распечатали для родителей. Центр медицинской профилактики регулярно выезжает в школы и детские лагеря дневного пребывания. Следующие остановки медики сделают в Гайкадзоре и Витязево. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. В школах города продолжают свою работу летние досуговые площадки. Многие из них имеют определенную тематическую направленность. Так, в 6-й школе собрались лидеры общеобразовательных учреждений. Обмен опытом, тренировка лидерских качеств и умение руководить коллективом – это лишь малая талика того, чему учат детей на смене. В школу лидеров в этом году записалось порядка 200 мальчишек и девчонок. Из каждого общеобразовательного учреждения курорта были отобраны по 4 активиста с 5 по 8 классы. Смена длится 19 дней. За это время педагогам необходимо помочь раскрыть все положительные качества юных лидеров. Цели и задачи таковы: команда образования, сплочение, доброта, помощь, так как год волонтера. Соответственно, чтобы далее задачи поставлены следующие, чтобы каждый ребенок до своей школы донес опыт, приобретенный на школе лидера, и там дальше мы эту программу развернем на целый год. Этот проект реализовывается на базе 6-й школы впервые. В основу взяты программы российского движения школьников. Сегодня ребята самостоятельно подготовили мероприятие, посвященное здоровому образу жизни. Конкурсы, викторины, эстафеты, а также организация праздника. Все это дети разработали и провели самостоятельно. Это мероприятие для того, чтобы дети знали, что здоровый образ жизни – это хорошо, что нужно ему следовать, и что они будут здоровы, если будут это соблюдать. Сейчас ребята готовятся, пожалуй, к самому приятному экзамену. 19 июля завершается работа первой смены юных лидеров. Именно в этот день активисты покажут все, чему научились за время работы лагеря. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь», предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. До
доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.